КамАЗ 5111, у нас их получается несколько, это перед нами с пробегом 17 года, а он у нас ассортиментовоз, с ГМУ, все как положено. Есть у нас еще Шай 5111 после капитального ремонта 13 года, и один еще мы делаем для Якутии. Колеса новые, при необходимости не хотелось бы, конечно, но если что, возможно, не поставить и другие, какие будут нужны вам. Это вот у нас по заводскому колеса стоят. Так как они выходят новые. ГМУшка Вилмашевская. Родная. Площадка родная. Естественно, уже переоборудованы как по факту, как и по документам. Так что, друзья, КамАЗ свободный. КамАЗ свободный. По факту у нас 2 Шай 5111. И тут при необходимости можем удлинить, укоротить, что нужно поставить. Или вот уже вот готовое. Спасибо.